Друзья, за последние несколько дней наша страна потеряла большое количество творческой интеллигенции. Люди, чья жизнь была тесно связана с искусством, театром и кинематографом. Это актеры, писатели, композиторы. Месяц март по сравнению с предыдущими месяцами побил все трагические рекорды. За 12 дней мы потеряли 9 народных артистов. Среди них пианист Дмитрий Башкиров, Татьяна Иванова, Мария Скоромникова, композитор Людмила Лядова. Актеры Николай Петров и Сергей Захаров. Такого звездопада наша страна еще не видела. Все обеспокоены ситуацией и сильно переживают за артистов. Надеемся, что скоро это время закончится и массовый трагический уход актеров остановится. Сегодня мы с прискорбием сообщаем вам, друзья, что не стало еще одного замечательного талантливого человека. 12 марта 2021 года не стало заслуженной артистки СССР Нины Крачковской. Она запомнилась зрителям по ролям в таких легендарных фильмах, как «Берегись автомобиля», «Гусарская баллада», «Не может быть», «Щит и меч». Вероятной причиной смерти стал сердечный приступ. Нине Крачковской было 91 год. Андрей Малахов готовит выпуск программы «Прямой эфир», посвященный этой великой артистке. Наш канал также приносит свои искренние соболезнования родственникам Нины Крачковской.